Сегодня вас ждет не топ-1, но скажу честно, такое бывает реально очень редко, когда мы сыграли катку, и что мне, что Сереге, она нереально зашла, было много эпика, мы везде должны были умирать, но мы выживали и делали нереальные киллы. Всем приятного просмотра, надеюсь, видео вам понравится. Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, с вами снова я, Руви. И Серега Шнайпер. Это у нас новое видео по игре под названием PlayerUnknown's Battleground. Мы сегодня упали на... куда мы упали? На Приморск. Серега, рассказывай, что мы тут делаем. Просто делаем красивый топ-1. 30 лица в дуо. Пока мы там играем PUBG на компе, есть небольшая информация для людей, которые играют PUBG Mobile. В Инстаграме есть группа, в которой проводятся ежедневные турниры с призами. Как бесплатные, так и платные. То есть абсолютно любой может зайти в эту группу в Инстаграме, чекать там пароли. Все это дело там развивается довольно активно, поэтому я думаю, если вы играете Mobile, то вам это будет реально нужно и полезно. Ссылочка всегда есть в описании под этим роликом. Мы думали поиграть в режиме против сквадов. На самом деле реально была бешеная идея, но Серега сказал, что не потянет против сквадов, поэтому запустили дуо. Вот. Да. К нам упали люди, да? Да, четверо. Да. Также, они, кстати... Они у меня, я к ним упал. Понял. Так, кстати, очень многие просили поиграть не джунгли. Мы вас услышали, и поэтому запустили эрангель. Чисто, друзья, для вас, серьезно, потому что я бы сейчас играл джунгли. Тебя? Блин, я не знаю. Сейчас. Вот так начинаются все мои слипы, когда я вроде бы кого-то слышу. Оп, тихо. Это, возможно, я шукаю. Нет. Ну да. Это я, да. Я. Блин, капец, где люди? Что за бред? К нам упали реально люди и пропали. Колограф тебе надо? Да, беру. Несу. Куплено. Здорово. Стой! Стоим. Держи. Спасибо. А я пошел. Угу. Давай. Эй, блин, что за чит? Опа! Они есть здесь. Ребят, я знал. Боже мой. Сейчас я реально выпаду. Короче, да, они пролутали этот... Так, подожди, они падали на ближний край. Я упал специально к ним, они улетели. Оказались точно на дальнем, да? Ну это вообще. Ты так в такт рыгнул. Просто, знаешь, вроде бы это не вырезать, потому что, типа, начинается вроде бы файт. И вот что делать с этим, неизвестно. Пусть все думают, что это было задумано, но... Понял. Я не стеснительный, мне пофиг. Боже мой. Двоих? Минус два, забей хер, да. Пойду полутаюсь. Ты офигел. Темку нашел. Неплохо. Ну, кстати, я забрал себе самое сочное, поэтому иди гуляй. Патроны, шлем уровень 2. Блин, неплохо. Ты понимаешь, они сидели в этом долбанном углу вдвоем. Самое сочное он забрал, 8x. Если что, мне нужна любая ДМРка. Абсолютно любая. Мне тоже. Блин, лол, у меня вроде было. У меня 8x лежит просто так. А, я понял. А не хочешь 8x на 6x поменять? Дядь, у меня нет 6x, у меня 4. Давай на 4. Ты реально хочешь поменять? Да, мне на М-ку поставили, на тапалку. Нет. Смотри, какой обмен. Смотри. Да. Бро, у меня нет снайпы. Подойди к нашему магазину. Ты найдешь ее, посмотри на мой магазин. Я же не только 8 скинул. А, там еще подарочки? Подойди. Так, ну посмотри. Вот это уже интересно. Восьмерка. Моцик, не переехал меня. Да. И задник. Это типа на будущую снайпу, да? Да. Ладно, бро, я готов, да. Забираем. И сейчас гад восьмерку заберет, чекать. Ладно. Не, я ж не ты. Куда мы едем, не знает никто. А ты не хочешь сюда уехать на лодке? Куда? И что там робить? Зона сейчас прокнет на большой остров, скорее всего. Но это ты не думаешь? Точно. Отвечаю. Ну, я чувствую это, да. 50 на 50. Такое. Ну, очень вероятно, что прокнет большая. Тыщ! О, господи, думаю, мы урежемся. Не-не-не. Не, типа, знаешь, 50 на 50, просто с того острова будет сложнее переехать обратно. Ну, мне так кажется. Ну фиг знает. Возможно, я не прав. Еще прикиньте, просто пацаны... Не помню, как самолет летел? Будет угар, если из-за этой вот ошибки... Ну как, из-за того, что я вот принял решение остаться, типа... мы сольем. Потом Серега будет постоянно говорить, что Богдан, да. А так оно и будет, ребят. Он никогда меня не слушает. Так, нужно... Ну... Пошли до Firepower, так добежим. Лол, дядя, я кое-что вижу. Что? Иди за мной, покажу. Нет. Бро, это важно, это реально важно. Нет. Мотоцикл. Аирдроп? Да, упал аирдроп, он упал в другую сторону, и ты его не увидел, пойду на мотоцикле, заберу, при этом заберу тебя потом. Брат, прости, но я не могу его оставить там одного.
Не обессудь. Если, ребят, вы смотрите это видео на моем канале, чувствуйте весь мой гнев, все мою ненависть. Кстати, бро-бро, тут было МК, я ставлю восьмерку, одеваю задник, и теперь у меня МК с масхалатом, третьим набором и задником на... Ну, ты понял. Чувствуете, братан? Да? Вот я передаю ауру. Но я тебе скину пятерки, все честно. То есть пятерки твои. А ты тебе размен. 100 штук. Как шумит этот мотоцикл. Бух. Понял? Извиняюсь. Зона? А что у тебя по такая мразь на зоне. А что я тебе говорил, а? Дядь, ну этого никто не ожидал. Поехали на мост. На мужика? Почему нет? На мужика, так. Это первые 2 кило на мосту. А надо сколько пролить? Пить? Там челик, там челик. Вижу. Ой-ой. Че с мотоциклом, блин? Дядя, забеги там, пожалуйста. Надо с двух сторон чебдо добасывать. Прокоцал неплохо, в принципе. Он куда бежит, на маяк? Нет, возле дерева. Там есть дерево где-то возле моста, вот тут в начале. Почекай примерно. Где-то в том районе. Блин, у нас люди с двух сторон. Короче, ракетницу мы просрали, уже даже не думая о ней. Ничего страшного. Сейчас убьем с той стороны людей. Угу. Все вазики забили тоже. Тут, кстати, лутано, если что. Вижу его. Бро, дерево на пинге. Дым не твой, да? Я понял, чей дым. Моцик. Типа, я проезжаю, они хотят проехать. Почему на мост? Они убил? Они под мост улетели. Он сбил типа. Добил. Пойдем тех закрывать? Дядь, он за деревом на пинге. И еще машина едет, я бы на том месте не шел туда. Брон, тебя ногнет, он тебя добьет, я тебе отвечаю. Потому что я его друга добил. Я по заборам лежу. Еще машина. Ребят, сорян. Она стопится. Или не стопает. Это ГГ, пацаны. Вырубил. И сразу, короче, что-то на телефоне. Добежь. Где чел за деревом, не могу понять. Он просто исчез куда-то, бро. Я вырубленного вижу. Где? Я нокнул. Я добил, в смысле, его уже. Добил? Второго? Да. Не-не, одного, который в машине был. Короче... Под мостом еще могут быть, ребята. Да, рофл в том, что один чел был на мосту, другой был возле дерева. Еще едут. А, нет, это ракетница. Это ракетница, да. И кого-то сбили в начале моста. То есть вот сейчас вопрос, кто это был? Прямо нас пушат. Откуда? Не знаю. Тихо. Можешь зайти в дом, пожалуйста, Серёг? Я пуст. Меня не видно. Серёг, мы сейчас из-за твоего куста сдохнем. Не-не. Откуда, боже? Серёг, я не могу понять. Реально, I don't know. Я в доме. Опа, со стороны моста. Да, это один. Подожди, возможно, разные тимы. Я не вижу, где. Не вижу. Тоже не вижу ничего. Алло, что происходит? А, это, возможно, те по нам стреляли, которые... Господи, кидали гранаты, которые стреляли выстрел с моста был. Сейчас. Ну, а граната откуда? А граната, да, наверное, те пришли. Только вижу. На пинге бежит. На пинге. Не вижу его. Лол, тут УАЗик притормозил. А, это или это наш УАЗик? Я не знаю. Наш? Серьезно? Я не помню. Нет, это не наш УАЗик. Это бронированный, лол, кто-то вызвал. Это их... Или вот это УАЗик стоит. Все, я понял, где он. Он просто деревом убил. Его убивают. Он кого-то нокнул? Я его бью. Раз, два, умер. Чекай. Я накоцал жестко. Все, он умер. Это точно, я тебе отвечаю. Чего? А, он за камнем все это время был, боже мой. Он был за камнем. За рядом с деревом, который? Да. В упоре который. Блин, еще на мосту были. Я не вижу права, типа не знаю, где он пикает. Убил, который был за камнем. Серьезно? Теперь, за машиной вроде бы, за машиной. Вижу, перебегает направо. Направо? Не вижу. Сейчас прыгну. На пинге за деревом. Понял. За камнем минус, да? За камнем точно минус, да. Подожму камень. А чё, ушел в ЛГ там или за дерево? Куда он ушел? В ЛГ ушел. Тихо. Да. Да ты еще бежишь? Да, это ты бежишь. Да. Я его вроде видел, да, где-то в ЛГшке там. Я где-то видел, а я don't know, где вообще.
Нет, типа пушить вот такое себе решение. Хотя, смотри, одновременно. Сейчас придет зона, и нам придется уезжать. И там есть УАЗик. Ага, он не работает. Я сейчас колбасу подожди. Это он. Не вижу. Дал ему одна точка. Бро, мы его спокойно объем, я тебе говорю. Где он там? Просто ВЛГ на пинге. Где-то там, на пинге точнее. Вижу. Он не один. Серьезно? Минус два. Еще едут из-за зоны едут. Понял. Давай золотаем. Давай. Мотик забираем, мотик едет по дороге, да? Да, он. Да. Готов? Ну и пошли не нахер. Мы еще можем бить, подожди. Еще машины. Они там дерьмо просто. Так, ну сейчас у нас все плохо, знаешь почему? А, смотри, что мы делаем сейчас. Давай. Вызываем УАЗик, УАЗик приезжает, мы уезжаем, мы живы. Мы за зоной. Да-да. Есть бусты? А, бусты? Ну, у меня два буста, да. Тут хилов только нет, бро. Все очень плохо. Я знаю. Хоть семерки были, спасибо огромное. Скай заберу. А, так, смотри, сейчас приезжает УАЗик. Блин, мы сейчас из этого реально и сдохнем. Бро, есть идея пушечная, просто пушечная. Отвечаю. Вот наш УАЗик летит. Смотри, бро. Слышишь? Бусты надо срочно. Скинул энергетик, скинул. Забери, вот, пацаны. Смотри, Серег, вот тут есть подлет. Мы сейчас едем тупо на УАЗике. Серег, заберешь УАЗик? Я на МОЦКе поеду. Да, давай. Угу. Нет, я на УАЗике поеду. А, на УАЗике нет колеса, я на МОЦКе поеду. А где? Он падает. Да, падает. Ну я поживу, в принципе, у меня есть большая плечка. А короче, там на желтой метке будешь тупо ехать со мной. Там есть небольшой трамплинчик, на который можно просто вот улететь, и мы переплывем. Если нам повезет, мы выживем. Но это рискованное дерьмо. Так можно вазик через мост. Ну, блин, зарвут. А, через мост зарвут. Изи просто. И мы там дальше не пройдем. То есть, наверное, единственное решение. 31 человек на такую зону вообще конченые. Это что, фейсит? Что это? Ёпта. А я тебе говорил. Да-да-да. Триндец, братан. Лол, посмотри, где дроп вызвали. Теперь просто посмотри, Серег. Ну ты понимаешь, мы там уже никак не перелетим. Нам придется мост. Со мной на УАЗике не поедешь? Я приторможу поближе. Бро, давай притормозим объемах, попробуем. Врезался, как даун. Понял. Это я, ребят. Это я, человек, 28 лет, есть права. Попробуй прикрыть. Садись. Все, садись. Погнали. Тупо не боимся. Не справа, стоп, не справа. Возле коробки справа, пожалуйста. Вот это да. Не зла, Богдан. Серег, умница. Еще впереди типа, короче. Я это сделал, я... Хорош, это было круто. Как теперь их убивать? Все просто. Все очень просто. Что у него там? Нет хилов толком. Я не знаю. У меня есть аптечки нужны? Сколько у тебя аптечек? Две дам. Давай, конечно. Тут третий броник был. Фиг с ним. Спасибо, шикарно. Не, возьми, просто на трупе, вот впереди. О, мне плохо. Надо ехать. На УАЗике поедем? Есть вариант, опять же, с тем трамплином, прямо сейчас. Поехали. Серег, только давай не этих. А, за руль, да, погнали. На мужчину, давай. Давай, у меня нет... Стоп, у меня одна аптека осталась. Бро, я вижу лодку слева. У нас есть лодка, лол. Мы сейчас тупо лодку сядем и уедем куда-нибудь. Ну мы успеваем, по идее. Да, конечно, все нормально. Ну как нормально? Очково? Ну, теоретически нормально. Серег, давай честно, ты в нас веришь? Я всегда верю. Я тоже. Чудо! Да, оно нам, я думаю, пригодится. Сколько у тебя хилов вообще, Серег, в общем? Одна аптека осталась, все. Две аптеки, 16 бинтов. Серег, подбери потом на бинты собери. Добро. Херачься бинтами просто, пока едем. А, так поехали, чё? Ну, нас могут снять этот изи вообще. Нормально, поехали. Думаешь? Да. А что делать? Просто помнишь, дроп вызывали слева наверху, они прибасы уже переплыли, и они на берегу где-то. Ну, то есть это тринда, нам просто тринда.
у меня нет пустов. Слушай, минут 36, Брома, добежим, я тебе отвечаю. Побежали. Есть пусть один? Босс, да, скину. Там еще лодка одна, типа, слева. Ой, а лодка? Так, держи энергетик. Тебе хватит, надеюсь, бро? Угу. Все, отлично. Я полежу сейчас. Угу. Опадаюсь бинтами и поедем. Давай. Блин, бро, каточка просто конфетка, я тебе отвечаю, мне так нравится. Прикольно. Я тебе предлагаю побежать через, ну, чуть правее, через ту хрень. Потому что типы выбежали с лодки, полибаса. Где-то в нашем лесу. Подождите меня, я нахилюсь его, пока еще. Понял. Я пока так почекаю, чтобы нас никто не встретил, ППР. Не, на самом деле лодка это было лучшее решение в тот момент, мне кажется. Потому что мы бы никак не... Это было лучшее решение еще минут 15 назад. Но мы бы не сделали 7 киллов, согласись. Сколько? У тебя 2 килла, да? У меня 7. Да. Мы бы не сделали 9 киллов. Мы столько людей не встречали, алло. Не знаю, но почему-то где-то накидал. Не, если это будет даже не топ-1, я, наверное, выложу. Я тоже. Ну, карточка прикольная, да-да, достаточная. Ну, типа, вообще ни с чего все получается. Это круто. Но я надеюсь на топ-1, да, честно. Окей. Ну, я заряжен. Кроме хилов, я полностью заряжен. Mm-hmm. Топ-1. Перебежим через дорогу, Серак. На... Опа, видишь, вызывают. Да. Вот поэтому надо перебежать через дорогу. А дроп лежит впереди, кстати. Пусть лежит. Не хочу на него идти, честно. Уже прям впереди, Серак. И нам туда бежать. Ну, это мы пойдем. Не, надо просто бежать. Типа, в любой ситуации забираешься ты, потому что я уже лутал дроп. Все, сейчас он. Смотри, мы можем здесь остаться, после, возле аирдропа. О, видишь, вызывают дебилы. Да. Там уж УАЗик будет падать, потому что один дроп на зону вроде идет. Да, бро, это, тут... дядя, это тебе понравится, это конфетка. Все честно. Я тут. Угу. Ты готов хабасовать? Тихо. Дядя, он меня увидел, блин. Я так хотел без палева. Вижу. Забей, вообще зона сожрет. Иду к тебе. Нас сожрет его с говном. Просто принимаем. За пределом, сдох. Все. Да, сдох, все. Боже, сколько под... Подожди. Бро, вдруг он не сдох? Сдох, за пределом. А вдруг это другой человек? Столько много умерло. Да, очень много. Почекай я на хиле. Чекаю. Я ему, короче, голову повешал с этого, с МК. Третий шлем, с него был третий шлем. И он такой подкис, походу. Не, ну он хорошо меня пробил, кстати. Ну да. Так, у нас зона рядышком, но у нас справа должны типы быть и слева. Нам это горок занимать надо. Мне кажется, отсюда сейчас люди будут идти. 9 человек, типа, ну нормально. Должны быть. Машина. Слышишь? Хорошо. Маги, да. Угу. На 85 где-то. Не видно типов пока что. Очково, реально. Они очень стреляют, очковые. Почему? Я вообще не слышу выстрелов, серьезно? Они убирают место. Угу. Дал пинг, там остановились. Угу, слышал. Надо... Мы в зоне, Богдан, давай здесь займем. Да, просто можем посидеть, либо полежать. Я лягу. Давай, потому что у меня масхалат, типа. А в М8Х. МК8Х. Опа, сели. Едут. Дальше поехали, вообще серьезно? Да. Вообще. Они сейчас друг к дружке приедут. Ты думаешь, это противники? Думаешь, это не друзья? Бро, не ползай, ты сейчас палишься, не ползай. Если лежи. Кажется, 30. О, близко. Да, вижу. Да? Погнали. Мы не убили. Забили. Ой, Серега, умница, это было реально круто. За зоной забираем последнего. Он под деревом этим. Справа. Сидит, он за зоной. Нет, тот не за зоной. Пытался его поднять. Кого поднять, алё? Дерем. Боже мой, дядь. Я это точно залью. Пацаны, если вы за этот килл не поставите лайк, Серёг, знаешь, что произошло? Что? Знаешь, ты в упор пришёл, да? Нет, я не в упор. Я просто сижу такой, понял? Вижу челика, убираю прицел и просто от бедра 2000 в голову даю из двух. Это очень хорошо. Пошли, Богдан. Погнали, Серёг. Сейчас я пролаю, я заберу этот... у меня хилов нет толком вообще. Я быстро. У меня хилов тоже плохо. Да тут до хрена хилов нормально. Ой, компенс, топ обойми. Все, у меня калаш был собранный, бро. Хорошо. Отлично, самое время. Собрать фуколаш. Да. Короче, Олег.
пинге. Забей. Я не знаю, что ты делал. Ну, можешь, да. Он упырен на пинге. Вижу. Это по тебе, Серег? Да. Забей на меня. О, боже. Не, ребят, я это все равно не, я тоже залью, да. Не, ну типа, я полутался, это знаешь, это было не то, что ошибка, это было вообще не ошибка. Что делали типа на крызоне? Но они прибежали на выстрелы, да? Да, ну, зона маленькая. Да, ну качка сочная, пацаны, мы любой ситуацию зальем, потому что в последнее время реально очень много топов, пора сделать и такую вот лайтовую, более-менее лайтовую качка сок. Вот, короче, с вами был я, Руви. И всегда, конечно, перевел. Ссылочка на класс Сереги оставлю в описании, там игра с его стороны, поэтому, кто хочет зайти, заходите. Всем пока, удачи. Пока, ребят.